В игровом зале спортивной школы за призы поборолись футболисты 2008 и 2009 года рождения. Таким образом, в соревнованиях приняли участие более 50 юных футболистов. Играли в смешанном составе. Среди участников ребята, которые занимаются первый год, и те, кто в этом виде спорта уже несколько лет. Здесь смешанный состав, то есть и новички, есть ребята, которые и третий год занимаются. Вот как раз кто больше занимается третий год, так вот они и попали в игры за третье, четвертое место и в финальную игру. А ребята, которые новички, играют за пятое, шестое место уже. В финале сыграли опытные команды «Молнии» и «Метеор». Со счетом 3-2 в турнире победил «Метеор». Каждому участнику чемпионата вручили медали, и отдельные призы достались лучшим игрокам команды и турнира. Во время торжественной церемонии награждения победителей первенства свои призы получили серебряные призеры первенства Чувашской республики по футболу среди юношей 2005 и 2006 года рождения. В их копилке также первое место на чемпионате республики по мини-футболу и международный кубок из Сочи. Сейчас они готовятся к летнему сезону. В перспективе у воспитанников спортивной школы еще несколько соревнований. Международный турнир, который пройдет в Адлере, и чемпионат России. Сабина Вишневская, Елена Фирсова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.